Практически без стен. Смотрите, здесь как симпатично. Деревья, камушки. Чемоданы снимаются сотрудниками. Народа миллиард. В основном американцы, канадцы здесь. Ну и россиян тоже немало. Очень жарко, работают вентиляторы. Они, конечно, не помогают. Лет 20 назад я последний раз наблюдала рассвет. Смотрите, как красиво, все спят. В Доминикане все очень-очень громко. Все танцуют, поют и кричат. И такая тишина, наверное, только в 5 утра может быть. А из-за того, что у нас джетлаг, большая разница во времени с Москвой 7 часов, мы уже не спим с 4 и наблюдаем рассвет. Потрясающе красиво. Добро пожаловать в Доминикану. Оля, ком эста? Когда вы приезжаете в эту прекрасную райскую страну, вы мгновенно заражаетесь атмосферой радости и веселья и бесконечных танцев. Стоит ли лететь 11 часов из Москвы, чтобы посетить эту страну? Для меня ответ однозначный. Однозначно лететь. Очень тяжелый перелет. Не буду вас обманывать, поэтому лучше ездить сюда с детками постарше. Но для свадебного путешествия, для отдыха взрослых людей этот курорт просто идеальный. Круглогодично здесь хорошая погода. 30, максимум 34 градуса. Здесь не бывает ни 40, ни 50 градусов и абсолютно изнуряющей жары. Климат здесь достаточно влажный. Очень многим подходит именно влажность, им лучше дышится. Вот если вы относите себя к этой категории людей, вам самое оно приехать в Доминикану. Однако надо помнить, что из-за влажности купальники и другая одежда медленно сохнут, поэтому берите как можно больше купальных костюмов. Пляжи в Доминикане потрясающего белого цвета. Однако мы ездили в несколько отелях, и цвет песка отличался. Где-то он белно-кипельно, а где-то он более желтый. Имейте это в виду. 80% отелей Доминиканской Республики работает на питании «все включено». Такого «все включено» я не видела, пожалуй, нигде. Я была в полной уверенности, что лучше турецкого «все включено» не найти. Однако доминиканское питание меня поразило. Здесь уникальное разнообразие, а главное, вы сможете на завтрак и обед и ужин есть любимейшие российскими гражданами экзотические фрукты, манго, ананасы, папайя, чего здесь только нет, практически в любом отеле. Безусловно, я рекомендую брать отели, начиная от 5 звезд. Однако неимоверно красивый океан, пальмы и солнце. Здесь прекрасный сервис. Очень многие предупреждали, что доминиканцы жутко ленивые, что если ты заказал коктейль, его нужно много ждать. Не знаю, так ли нам везло, но мы были в 7 отелях в Доминикане, и везде сервис потрясающий, все привозили быстро. Из Доминиканы везут экзотические фрукты, ром и сигары. Это самые популярные вещи, которые можно отсюда привезти. Чем же заниматься в Доминикане, кроме как сидеть на море и смотреть на великолепный океан? Самая знаменитая экскурсия – это на звездный остров Суана. Это остров с морскими звездами. Однако нам сказали, что с каждым годом увидеть звезд все сложнее и сложнее. Однако потрясающая
природа, тишина, уединение, умиротворение. Придумываю также к этой экскурсии другие развлечения, вам подробнее расскажут об этом по прилету. Сейчас становится популярным еще один экзотический полуостров, называется он Самана. И туда предлагают поехать все больше и больше, говоря о том, что в Саону ездят все, а вот Самана – это новая открытая экскурсия, и есть смысл посмотреть что-то другое. Также здесь есть знаменитая дискотека, называется она Коко Бонго. Все, кто любит развлекаться, ночные развлечения, кто любит дискотеки и не спать по ночам, обязательно должны посетить эту дискотеку. Она известна во всем мире. В ней проводятся за ночь около 17 различных шоу. Также есть экскурсия в Adventure Park, где можно покататься на лошадях. Там такая на целый день очень экстремальная экскурсия. И катание на лошадях, и скатывание по канатной дороге. И чего там только не придумано для тех, кто любит активные развлечения. Вообще врачи рекомендуют отдыхать активно. Поэтому воспользуемся их рекомендациями, съездим, посмотрим интересную экскурсию. В основном в Доминикане отдыхают больше половины – это американцы. Американцы, канадцы, плюс латинские страны ближайшие – это Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико и так далее. Так как большинство моих туристов – это семьи с детьми, поэтому хотелось бы отдельно рассказать, подходит ли Доминикана для отдыха с детьми. Безусловно, да. Бассейны, аттракционы, детские клубы. Причем детские клубы в большинстве отелей здесь работают до 9 вечера. С 4 лет чаще всего детский клуб сдаете, вечером забираете. Однако в 90% отелей нет русскоязычного персонала. И вся анимация проходит на английском языке. Ну, тоже будет полезно вашим детям. Море, солнце, песок, хороший климат, вкусная еда, мороженое. Я думаю, детям вашим тут обязательно понравится. Добро пожаловать в Доминикану! Те, кто приезжает в Доминикану, часто заказывают себе свадебные церемонии. Сейчас в отеле, в котором мы проживаем, готовят такую церемонию. Уже накрыли красивую площадку на берегу. Пойдемте посмотрим, как готовят здесь для гостей. Пойдем. Только вот такую красоту накрывают для гостей свадьбы. То есть тут будет полноценная свадебная церемония, а потом банкет. В данный момент начинается свадебная церемония. Гости, шампанское, все готово. Мы с вами подсмотрим этот прекрасный момент. Хочу вам дать несколько советов. Посмотрите на мое обгоревшее лицо. Я пользовалась 50-кой и сидела всегда в тени. Солнце здесь очень коварное, поэтому обязательно берите солнцезащитное средство с 50-м фактором и пантенол. Я забыла пантенол и очень об этом жалею. Второй совет. Не берите много наличности. Здесь бывают часто кражи, даже в пятизвездочных отелях, в отелях класса люкс. И даже из сейфа могут у вас вытащить драгоценности и деньги. Поэтому берите с собой ровно столько, сколько не жалко потерять. Здесь прекрасно принимают кредитные карточки практически везде, и 1, и 2, и 3 доллара. Желаю вам хорошего и беспроблемного отдыха.
We'll be right back.